своей подружке, когда я пришла в коралловый клуб год назад, я позвала подружку, говорю, ну что делать, 10 лет ты с этим учишься, тяжелая форма псориаза, хотели ставить инвалидность. Вот то, что было до, и она в апреле месяце пошла по концепции здоровья с полным доверием. Врачи с такой степенью псориаза сказали то, что это несовместимо с рождением ребенка, при этом подружка Люба, она мечтала о ребенке, и, конечно же, вот такой результат мы получили в августе 2021 года на концепции здоровья с коррекцией питания. Чистая кожа, хорошее улучшение. До конца все не прошло, но мы видим, насколько улучшилось состояние человека. И в сентябре месяце человек забеременел. И первая фраза была: «А что же мне делать дальше? Как быть?» И Люба, она очень осознанная мамочка, она всю беременность прошла на детоксе, даже проходила очищение кишечника, Коловаду Лайт. Родился здоровый ребенок вот в этом году, и в июле месяце этого года. Попросила лицо закрыть, потому что это долгожданный ребенок, она пока не показывает. 2 месяца, вот, 1 месяц фотография. Вот, поэтому я желаю каждому разобраться, и вот такие результаты, и я очень рада, что я причастна к такому событию. Вот, еще могу сказать, что моей клиентке, она пьет все абсолютно, все, что ей рекомендуем. Ее спросили, а вы что, спортом занимаетесь? Человек вообще не занимается спортом. Она на коллагене, на биалуроне, у нее такие хорошие мышцы тазового дна, что у нее быстрое восстановление, меньше, чем за месяц. И родила она практически там вообще без разрыва. Там маленький шовчик был, ребеночек крупный. А при этом все очень здорово, и она очень счастлива такой возможности в коралловом клубе. Спасибо.